Киберкобра на связи. Если ты, молодой поц, хочешь получать деньги из CPA сетей, но не знаешь, где взять трафик, тогда кликай по ссылке в описании. Киберкобра научит тебя выжимать трафик из Инстаграма и сливать на CPA сети, и ты станешь богат, мой друг. Всем привет. Дина, иди нахуй. Ты такой крутой, спасибо. Привет. Приветик. Да вот так, обольте. Где Марк? Да я не знаю, где Марк. Чё за малый? Вы где? Мы у Сёмы в кальяне. Где Марк? Не знаю, где Марк. Что такое грач? Грач — это птичка. Перекурили? Нет, ждем новый. Ты очень красивый, спасибо. Привет с Магнитогорска, привет. Привет, Амаля, Мальте, привет. Привет всем. Придумали название, Амаль? Да, мы думаем, Литвинов и Ко. Конечно, Литвинов, это член будет название. И отдельный бренд, где Шо, он там, типа, с членами во рту. Кстати, давай футболку такую сделаем. Какую? Типа, член во рту. Давай. Я думаю, она будет распродаваться. Ребят, кто бы купил футболку, если бы на ней был принт в виде Литвинова, который сосет огромный черный член? Кто купил бы такую футболку, ставьте один, а кто нет, ставьте два. От какого Вова привет? Парни, я только народу бы купил такую футболку. Очень много братьев. Ладно, ребят, давайте другой движ я вам расскажу. Мы, короче, с Амалем и с Бибером решили... В смысле, это Амаль с Бибером и Владом? Точнее, Амаль решил, а Влад и Сёма подтянулись. Ладно, можно сказать и так. В смысле, можно, так и есть, гниды. Ты вообще бы в курсе не был бы, сосал бы член огромный. Ребят, короче, мы решили... Вот я тебя задвигаю. Заткнись. Я типа продюсер Литвинова. Молодой, как Сергей Зверев. Охуел, гнида. Короче, ребят, смотрите, мы решили создать линию одежды. Кто бы купил от нас футболку бодрую, какую-нибудь с ровным принтом? Что думаете? Давайте, если кто бы купил... Братик, мы и так уже танцы купили. Курили. Курили, да. Вон, смотри, сколько народу хотят купить. Не только для девочек, там будут и мужские вещи, и женские. Ну, типа для Амали унисекс. Короче, Влад больше не в теме. Влад больше не занимается, ни со мной больше не хайпит. Пишет, Амаль все время про член говорит. Теперь вы будете смотреть, как Владик Литвинов хайпит дома. Не ходит на движухи. Да. Да, Влад? Бизнес открыть хотите? Нет. Порностудию. Амаль, иди сюда. В общем, ребята, с котиком в Сочи, да. Так, и все, вопросы прошли. Я купил оба стриптиз. Все бы купили. Все бы купили. Реально, если посчитать, сколько народу бы уже написало, футболки будут стоить по 2000. То, считай, мы уже 30-ку наварили. Ребят, скажите стоимость, за какую вы бы купили футболку? Прям вот вообще бодрую именно. А, стой. Ребят, за какую бы сумму купили футболку, которая хорошего качества, с хорошим плитом и вообще, типа, крутая? 200 рублей? Вась, ты за 200 рублей можешь со мной сфоткаться. Так дешево стоишь, гнида. Тебе хватит на сабик. 3 500 4 тысячи. Ну это уже 1500. За 5. Тут есть мажоры, а есть бомжи. Есть мажоры, есть бомжи. Вот 200 рублей, чувак. Твоя жизнь говно. Можешь убиться. 2-3к. 2-3к, я считаю, самая нормальная цена, по-моему. Тоже так думаешь, да? Да. 2-3к для футболки, самый то кофта на 3-4 будет стоить. Ну, я думаю, где-то такие цены будут. Потому что качество будет и принты прям вообще лютые. Такие же бодрые, как Амаль. Вкусные. Вот, я говорю, по качеству все будет хорошо. 250 рублей. Братан, ты не вывозишь. По бабкам не вывоз, братик. Ты куда свою девушку водишь? Какие 2-3к? Такие вот, железные, бумажные. Когда зимой некуда везти девушку, веди лепить снеговика. Носки тоже, Вась, малышки хотят носки. Носки тоже, гоу, можно? Она его возит. Она меня водит. Она меня водит. Давай посмотрим его фотку. Тут все ясно. Братишка, мне кажется, тебя мама куда-то возит. Тебя только мама возит куда-то в Макдак. Может, еще трусы бодрые. Мы, короче, решили, когда прилетит Сёма, пойти
в этот, как он, шатер, где есть бассейн и все одинаковые трусы. Бодрый движ. Не в шатер, где бассейн, сказал? Да. А, он хочет турбобалкон снять за 250 тысяч, что? Да, турбобалкон. Если Сёма нас смотрит, ты дурак, зачем тебе турбо? Ой, не турбо, а этот. Да, зачем тебе турбо, зачем тебе балкон? Почему он бибер? Потому что он вкусный. Почему меня смотрит всего 102 человека? Это не прикольно. Обычно я когда делюсь, всех сразу по 300 смотрят, меня 100. Чё там, чашку нам сейчас поменяют? Чё такое? Чё такое? Чё такое? Чё за хуйня? Ребят, кто хочет пойти с нами на Арбат в 21? Мы теперь с Амалем там кушаем бесплатно. Кстати, да, мы теперь в 21 Фуде едим бесплатно. Вот это движ, вот это движ. Со вкусом Амалем на еде. Ой, на спине, на еде. На еде? Ребята, что если я продавал бы пирожки с лицом Влада Литвинова и меня? Назывались бы они Литвин. И Ко. Бодрые мы, Литвинов и Ко. 21 Food на Арбате, который. Фудмаркет. Фудмаркет, да. Ребят, кстати, есть такая тема. А, кому нужны рефераты, курсовые работы и прочее движение? Кому это нужно? Ну, типа, там контрольные решают, курсовые, рефераты. Влад просто, типа, не хайпит? Не, мы не туда. Ну, я не знаю, мы сегодня поедем кушать. Бабавы. Курсовая нужна. Вот смотрите, короче, курсовая стоит 3000 рублей. Убирайте еще цену Влада, то есть 2000 рублей. Убирайте еще цену того парня 1000 рублей. И того вы можете вообще сделать это сами и потратить 3 куска, не знаю, на шлюху. Нет. И того вы сделали курсовую и шлюхой. Нет, братан, я что, дурак? Это мне пишут. Да, братик, наркодилер ты, Джимбовский. Булах, ты дурак вообще. А как ты, я не понял, почему нам сказали, что ты наркоту проносил в джипсе? Что ты там проносил? Ты 3 куска нашел? Не я, но я не знаю. Продают флирт журналы, которые на улице. Да, негры продают журнал флирт, и там малышки. А что ты делал? Я не знаю, почему тебя сначала вывели, потом ты сбежал, потом... Как они это вообще поняли? Братишка, потом глазам было понятно. Ты объебанный был, Марк. Вталова, ты посмотри свой перископ возле бонфайра. Братик, даже моя мама сказала, что ты в говно. Просто он говорит, обкуренный, объебанный, не знаю, что с ним. Вот и все. Марк сдался. Мэтт Кэп Хука на Кутузовском 5-3. Называете это кальян от Литвиновой Амали. В смысле, и ребенка. Давай, смотри, вот в трансу, где ты с Свидоренко стоишь. Мама сказала, что ты объебанный. В Питер ездишь, но если пригласишь, то, может быть, приедем с Амалем и Бохом. И Сашей. И Сашей. И моей новой малышкой, которая пока еще... Короче, две модели, Блэкстар, фотограф и... Вась, тип, фотограф. Тот тип, с которым ты на улице стоял. Он с Федоренко стоял? Да. С Олегом? Да. Ладно. Его зовут Олег, братик. Привет, два нарка нашли друг друга. У вас девушки есть? Да, Амаля... у меня есть девушка. Да, у Амали есть. У меня пока в процессе. Она у меня киса. Давай, с Бонфайра. Меня бесит, что смотришь 66 человек, поэтому мы пока это прекратим. Саша...